Сразу два замечательных события произошли в гимназии номер 2, которая по итогам работы за 2021 год занесена на городскую доску почета, что в очередной раз подтвердило высокий имидж этого учебного заведения. Учитель начальных классов Дарья Гладун стала победителем областного конкурса «Молодой учитель Брещины». Ученик 7 А-класса Антон Будник стал победителем республиканского интеллектуального телевизионного конкурса «Я знаю». О юном даровании мы расскажем в следующей передаче. А вот в первом Б-классе, в котором творит волшебство, сеет разумное, доброе, вечное, Дарья Сергеевна, мы уже побывали и посвятили ей свой сюжет. Победительница городского этапа областного конкурса «Учитель Брещины» Дарья Гладун представляла Пинск в финале и стала абсолютным победителем. Сегодня все в один голос о ней говорят. Учитель от Бога. Наша гимназия отличается среди учреждений образования, конечно, своей креативностью, своей звездной плеядой педагогов. Потому что не только опытные педагоги создают успех в нашем учреждении, но и новые восходящие звезды. Среди них, конечно же, это Дарья Сергеевна Гладун. А в нашем учреждении Дарья Сергеевна – это учитель с большой буквы. За 4 года педагогического стажа, такой небольшой отрывок жизни, но тем не менее она добилась уже многого. Это и более 80 публикаций на различных интернет-сайтах педагогических. 8 публикаций в республиканских изданиях. 6 выступлений на республиканском и международном уровне со своим опытом Дарья Сергеевна. Ну и, конечно же, она замечательная коллега, замечательный классный руководитель. Дети ее очень любят, родители уважают. Это стоит, конечно, дорогого. И за этим бесконечная любовь к профессии, в которой она состоялась, так ярко и убедительно. Дарья Сергеевна идет в ногу со временем, постоянно развивается, посещает всевозможные вебинары, семинары, конференции. Ведет свой личный сайт, блог, где общается с коллегами республики, распространяет свой эффективный опыт, постоянно находится во взаимодействии с родителями и с учащимися, выкладывает им творческие домашние задания и, в принципе, перспективный учитель. И еще одна истина, которая стала профессиональным кредо Дарьи Гладун. Учитель – прежде всего профессионал своего дела, а также артист, художник, писатель, певец и вечный ученик. Выпускница Брестского государственного университета имени Александра Сергеевича Пушкина, она продолжает повышать свое мастерство в магистратуре. Стаж работы молодой учительницы не более 5 лет, но ее эрудиции, креативности, целеустремленности и горячей любви к профессии, которую она считает лучшей на земле, может позавидовать каждый. В профессию я пришла благодаря своей бабушке Лемешевской Галине Владимировне. Именно она стала образцом в моем детстве для меня как человек. И впоследствии я решила продолжить ее путь и стала учителем. Но для себя я выбрала путь учителя начальных классов. Я очень люблю маленьких деток, их непосредственность, их отзывчивость и искреннюю любовь, их поддержку в трудные минуты. И к этому признанию, которое стало достоянием не только гимназии, но и всего города, как и каждой достигнутой вершине, победительница самого престижного конкурса профессионального мастерства бесконечно рада. Я очень счастлива, что мой опыт был таким результативным. Я очень старалась, я очень волновалась, переживала, на меня была возложена огромная ответственность. Слава Богу, я смогла оправдать возложенные на меня надежды. Я очень благодарна команде педагогов, которые поддерживали меня на каждом этапе данного конкурса, как на городском, так и на областном этапе, и поддерживали меня как методически, так и эмоционально, были рядышком со мной. Поэтому я очень благодарна своей команде. В Бресте молодому учителю предстояло побороться за звание лучшей с 20 конкурсантами из всех уголков области. Она блестяще справилась с таким сложным заданием, как открытый урок в незнакомом классе. Прекрасно выполнила самоанализ урока. Всего несколько секунд ей потребовалось на поиск небанальных ответов на каверзные вопросы конкурса педагогических ситуаций. Ну а творческая самопрезентация при поддержке коллег и учеников гимназии покорила весь зал. На высоте была у молодого педагога и группа поддержки. Сегодня школе необходимы молодые учителя, целеустремленные, неординарные, многогранные и ответственные. И Дарья Гладун – олицетворение современного лица школы. Это, конечно же, безграничная любовь к детям, потому что дети чувствуют и отдают то, что ты им даешь. Где-то требовательность, где-то ласка, похвала. Ну и, конечно же, это
идти в ногу со временем, потому что сегодняшние дети – это представители поколения Z. И учитель должен успевать и быть на одной волне со своими учащимися. Но, конечно же, используя новые технологии, не забывать про традиционное обучение. Разумное смешивание нового и традиционного приводит, по моему мнению, к результату. А результат вот он – в безграничной, искренней любви и доверии первоклашек, уважении и привязанности пятиклашек и ее бывших учеников. Они, конечно, очень рады, гордятся. Каждую переменку они приходят ко мне в кабинет, они помогают мне с моими малышами, ну и, конечно же, оказывают всякую помощь. И они очень переживали в конце 4 класса, но, по словам моей выпускницы, цитирую, «я спокойна, потому что я вижу Дарью Сергеевну каждую перемену, она никуда не делась». Это вот цитата, слова моей выпускницы. Это и есть, наверное, секрет успеха учителя, который решает самую сложную задачу. Не просто идти в ногу, а опережать время. Время, в котором будут жить, творить и созидать первоклашки Дарьи Гладун. И сегодня они признаются в любви к своей первой учительнице, которая олицетворяет для них Родину. Я люблю Дарью Сергеевну, потому что она умная, красивая, заботливая. Я люблю Дарью Сергеевну, потому что она хорошая, добрая и всем помогает. И она ведет очень классные уроки. Я люблю Дарью Сергеевну, потому что она нас всегда, каждый день учит новому. Я люблю Дарью Сергеевну. Ее любит весь класс, потому что она нас учит к новому и очень сильно любит. Я люблю Дарью Сергеевну, потому что она победила в Бресте за самого лучшего учителя. И она всегда учит новому. И любит весь класс одинаково.